Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на Риттер ТВ. Сегодня у нас такое необычное видео, так как недавно у меня произошел небольшой инцидент. Ну как небольшой? Для меня обидный, можно так сказать. Поговорим о некачественной рекламе и поговорим о качественной рекламе. Вы все знаете, друзья, или многие знают об этом, то что я недавно заказывал пиар-рекламу у канала Виталий и Ангелина. И он получился некачественным. Друзья, конечно, обидно, да, деньги заплачены, а работа не выполнена. Я считаю, что когда платят деньги, за любую работу, работу нужно выполнить. Это лично мое мнение. Ну, я думаю, меня много кто в этом поддержит. И заказал тут же, через 2 дня, мне сделали от души рекламу. Называется канал «День бомжа». Так что, друзья, сегодня мы эти 2 рекламы сравним. Потому что было много споров. Дима Картавый недавно выставил тоже видео про это все. И все говорили, что реклама выполнена на все 100%. Так что, друзья, сравним эти 2 пиар-рекламы. Сейчас, друзья, вставится реклама от канала Виталика и Ангелины. Посмотрите ее, друзья. Как пора. Рекламировал мой канал, канал Виталия Ангелина, за что и получил деньги, можно сказать, за просто так. А перед началом ролика реклама. Ребята, добро пожаловать на канал Риттер ТВ. Автор данного канала Виталий. Он делится со своими зрителями простыми кулинарными рецептами. Помимо этого, вас ждут видео с концертов, с рыбалки и видео с путешествий. Канал регулярно пополняется новыми видео, так что вы всегда найдете что-то новое для себя. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал Виталия. Итак, друзья, вот что нам для этого понадобится. И все перемешиваем. Все, поехал. Удачи. Ладно, друзья, мы пошли сейчас с мамой еще немного пообщаемся. Да, поеду домой. Все, друзья, до встречи. Все ссылочки в описании. Подписывайтесь на канал Риттер ТВ. Я уже не раз ему делаю рекламу. Кто знает, тот знает. Ну, все знаете где. В закрепленном комментарии ссылочка в описании. Переходите, подписывайтесь. Пишите от Виталика Ангелина. Ну, а теперь, друзья, посмотрим рекламу, ту, которую сделал для меня День бомжа ТВ канал. Ну и сравним их потом, друзья. Друзья, всем привет! Вы на канале День бомжа ТВ. Перед началом этого видеоролика я хочу вам посоветовать канал Виталий Риттер ТВ. Парень живет в Германии, снимает отличные видеоролики. Готовка, отдых, путешествия. Переходите по ссылке, поддержите его канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Сейчас будет небольшая рекламка, так что всем хорошего настроения и приятного просмотра. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сдали мы наши бутылки, наши банки на евро 95. Начинаем готовить. Все выглядит, друзья. Ребята, добро пожаловать на канал Риттер ТВ. Автор данного канала Виталий. Он делится со своими зрителями простыми кулинарными рецептами. Помимо этого, вас ждут видео с концертов, с рыбалки и видео с путешествий. Канал регулярно пополняется новыми видео, так что вы всегда найдете что-то новое для себя. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал Виталий. Все, поехал. Удачи. Ладно, друзья, мы пошли сейчас с мамой еще немного пообщаемся. Да, поеду домой. Все, друзья, до встречи. Ну что, друзья, вот и посмотрели мы на эти 2 рекламы. Ну согласитесь, что День бомжа ТВ сделал это чисто от души. Оно видно было. И
Я не буду сейчас говорить здесь о деньгах, не суть в деньгах здесь, здесь качество рекламы, которое сделано. Мы сегодня говорим о качестве рекламы. И я могу сказать, что день Бомжа ТВ сделал это намного, намного лучше и от души, и за меньше денег. Вот так я вам скажу. Сколько чего я не буду говорить, но я скажу вот так вот. Хочу сказать этому каналу огромное спасибо, что поддержал меня, потому что я считаю, что это качественная реклама, и многие должны просто научиться рекламировать, потом брать деньги. Так же и как канал Виталия Ангелина. Про канал Виталия Ангелина не хочу ничего плохого сказать. Канал хороший, смотрел и буду смотреть. Здесь проблема в рекламе. Я надеюсь, до него это дойдет, что когда берешь деньги, нужно делать качественную рекламу. И вот по этому поводу я и записал, и показать хочу, как нужно делать рекламу. Или это уже сделал за меня канал День Бомжа ТВ. Что качественно все получилось, все хорошо. Еще раз говорю, братишка, спасибо тебе за поддержку, за такую качественную рекламу. Я много уже реклам заказывал, но могу честно сказать, День Бомжа ТВ сделал самую-самую качественную рекламу. Ну а канал Виталия Ангелина, можно сказать, никакой рекламы и не сделал. Просто деньги положил в карман. Ну и все на этом. Пару строк там что-то сказал, невнятных, непонятных. Потому что делать, еще раз скажу, делаешь когда рекламу, нужно ее делать от души. И нужно, и зарабатываешь на этом деньги. И ты должен свою работу выполнять, как я считаю. Так что вот так, друзья. Теперь в комментариях вы уже оставляете свое мнение. Где-то, может быть, я не прав, где-то я прав. Сравнение я для вас записал. Теперь уже смотрите сами. Но обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну вот так вот. Такое вот видео получилось, друзья. Не судите меня строго. Ну и я не знаю, что еще сказать. Я уже вроде все сказал. Главное, не болейте, друзья. Те, кто меня поддерживает, поддерживайте дальше. Огромное вам спасибо, друзья. Ну и на этом мы закончим, наверное. Так как все уже сказано, друзья. Те, кто не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Я не знаю, как вы оцениваете вот это данное видео. Ну а так, что, друзья, всем удачи, всем до встречи. Скоро увидимся в новом ролике.